привет! Меня зовут Катя, и вы на канале Aromatic Bubble. Как и обещала, сегодня у меня будет такое видеоотзыв по основе Brilliant Heart. Мы с вами в прошлом видео делали вот такой пробничек, специально оставляли. У меня прошло с момента вот предыдущей съемки ровно 3 недели, 21 день прошел. Ну, видео, конечно, выходит у меня чуть позже, чем я снимаю, но вот можете мне поверить. За 3 недели сейчас мы с вами проверим, как усох, как изменился наш кусочек мыльной основы, и также пройдем в ванную комнату и помылим его. Сразу хочу сказать, что я получила отзыв от заказчицы по поводу подсолнухов, которые я заливала из этой основы и отдавала ей заказ. То есть я собирала такой букет в деревянном ящике. Ни один из подсолнухов не запотел, ничего с ним не случилось. То есть букет нормально доехал до цели. Сейчас он стоит на столе без пленки. Вот жара сильная, 35 градусов, и ничего с цветами не происходит. То есть они не потеют. Это, в общем-то, самое главное, за что мы боремся в весенний-осенний период, да, чтобы наши изделия не потели. Вот. Теперь у меня этот кусочек, он просто висел в помещении вот на веревочке. Когда мы его залили, мы его взвесили. Он весил у нас 7,8 грамм. Сейчас он весит 6 грамм. Ну, в общем-то, за 3 недели почти 2 грамма, да, он потерял. Но это не есть хорошо. Да, все-таки для такого малыша 2 грамма это значительно. Поэтому это уже минус. Но давайте попробуем его помылить и посмотрим, как он мылится. Ну вот мылится он очень хорошо, мне нравится. То есть он ничем не отличается от обычного, от обычной основы Brilliant. Некоторые основы надо размыливать, то есть какой-нибудь щеточкой или губочкой. Ну а это сами видите, да, то есть сразу же при соприкосновении с водой вот он так вот хорошо мылится. Ну, вот такой вот небольшой опыт мы с вами провели. Минус – это, конечно, усушка есть у этой основы. Ну, а плюс – то, что он мылится, вообще не удалился, не испарился, никуда не улетучился аромат. Мыло также вкусно пахнет. И также вы иногда спрашиваете, что я делаю вот с такими кусочками, например, какое-то бракованное мыло или то вот мыло, которое я показываю в качестве образца. Сейчас я прикреплю небольшой такой видеообзор сдачи. Это у меня обычная основа, Brilliant. И я как раз покажу, как ведет себя мыло в натуральной среде. Да, то есть на воздухе, на солнышке. И я пока сейчас на даче. Я хотела дополнить свое видео, показать вам мыло, которому уже более 1,5 лет. Это новогоднее мыло, я его изготавливала на год мышки. Вот как раз я его делала, ну и в итоге я его не продала, оно у меня уехало на дачу. Вот хочу вам показать, ну естественно мы им пользуемся, мы моем руки. Посмотрите, оно лежит на солнце, на самом солнцепеке, на рукомойнике. Оно не потеет, не плавится, оно сухое, ну вот если видно, да? Это основа обычная Brilliant, то есть вот снизу у меня получается, которая белая, и сверху прозрачная. Прозрачная Brilliant, то есть это не хард, а обычная. Вот, это я как раз хотела показать, вот качество основы для сравнения с хардом, да. Просто многие спрашивают, как ведет себя основа в жару и по истечении какого-то времени. Ну вот, посмотрите, сухое, нормальное, качественное мыло, и которое не используется у меня для продажи, оно просто идет для частного использования. Ну вот и все, что я хотела вам показать.
Я надеюсь, это видео было вам полезным. Чтобы не пропускать очередные видео, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на канал, оставайтесь со мной. Впереди вас ждут еще много новых интересных видео. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока!